обговаривали этот вопрос с вашей матерью. Но сейчас я спрошу вас, какая выгода мне и вам от этого предложения? Вы самая лучшая компания, а мы знаем, как вести лучший бизнес на Земле. Для этого нам нужны партнеры. Прибыль делим 50 на 50. Мне это подходит. Только вот зная ваши земные законы, наши ближайшие родственники должны состоять в браке. Да, таковы наши законы. И какую же кандидатуру вы нам предложите? Моя младшая сестра была бы отличным кандидатом. А вот и она. Подходит. Пошли. До свидания. Это что было? Ева, в связи с болезнью нашей матери тебе придется понять обстоятельства наши и нашего бизнеса. Ты должна выйти замуж за внука этой женщины. Нет! У меня есть жених! Он тоже зеленый? Ну, тебе придется с этим смириться. Такова воля нашей матери. Нет! Пригласи, пожалуйста, моего внука. Да. Я все подготовил. Угу. Отлично. Завтра это должно быть готово. Все. Все будет сделано. Ба, ты что-то хотела? Да. Через несколько дней у тебя будет свадьба. Это не обсуждается. Собираешь вещи и отправляешься на землю. Но я не собираюсь этого делать. Свободен, все уже решено. О, привет. Ты представляешь, ба меня заставляет жениться на какой-то инопланетянке. Ну ты, конечно, попал. Ну и что мне теперь делать? Исчезнуть. Точно. У меня же есть мой чемодан. Но ты мне должен помочь. Конечно. Фух. Так, а что это у нас здесь происходит? Ты не видишь Гарнера? Нет. Ты проверила его комнату? Да, никаких следов не обнаружили. Ты его сегодня видел? Да, только утром. Ясно. Пакуем чемодан и отправляем их на землю. Конечно. Изабелла, 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 ты должна помочь одному человеку. Я покажу тебе его. Помоги ему. Будь жестче. Ты должна отстоять его. Я с тобой. Добрый. Обстоятельства изменились теперь. Дела буду решать я. Что-то случилось? У моей сестры проблемы со здоровьем. Она неадекватна. Соболезную. Но нет свадьбы, нет договора. Это вас не касается! Это наше дело! Извините, нам нужно поговорить. Thank you.
Ты влазишь не в свои дела. Мы расстаемся. Капитан, на захваченном корабле находится какой-то неизвестный чемодан. Трупов много? 6 трупов. Доктор, разберите их на запчасти. Прошу прощения, что отвлекаю вас от работы. Корабль вашего внука с его вещами пропал. Мы прикладываем все усилия, чтобы его найти.